привет. Новый привет в новом году. В 19-м наш бокс. С вами Наиль Порошин, Иван Федорович Селиванов. Всем привет. Игорь. У нас новый напарник появился. Вот, наверное, так мы в таком виде останемся. Потому что это Иван Федорович очень хороший друг, товарищ, соратник. Ребята, вот о чем пойдет сегодня речь. Значит, помните, я говорил, что у нас нету стендового автомобиля. Вот у нас появился автомобиль стендовый. Иван Федорович воплотил свою, значит, идею в жизнь. Видите, вот я вам мельком покажу, она еще не готова. Вот, смотрите. Вот такой автомобильчик. Иван Федорович, вы сами можете... А что там, задняя подвеска оковская. Он весь урезанный. Короткий, чтобы место не занимал. Ну, все еще пока в процессе работы идет. Так, Иван Федорович, а как насчет этого трактора? Ну да, в будущем мы ковшик к нему пристроим, будем возле гаража снежок чистить. Видите, ребята, сколько места у нас появилось. Это автомобиль, здесь проход освободился. То есть все мои чаяния, мои нужды, все воплотились в жизнь. Вот, ребята, так вот, о чем пойдет сегодня речь. Помните, я говорил, так как у нас не было автомобиля, мы не брали на ремонт карбюраторы. А теперь вот смотрите, перед вами три карбюратора. 73-й, 83-й и 41-78. Сейчас он стал -30. То есть он изъявил желание. Это реальные люди. Это значит из Татарии карбюратор. Это значит из Кемеровской области. Еще откуда-то я забыл. Из Кировской. Да, наверное. Ладно, ребят, дело не в этом. Значит, вот в таком виде у нас появилось очень хорошее средство моечное. Вот. Они хорошо отмываются. Смотрите, почти что новый карбюратор. Посмотрите. Замечательные образцы. Вот. Здесь Иван Федорович. Иван Федорович просто не нарадуется. В каком виде? Смотрите, ребята, почти что новый карбюратор. А это вообще песня. Вот, он был черный весь. Так что... Да, можно даже показать, как дросселя отмываются. Самые грязные места. Ну, все чистенько, идеально. Ребята, к чему я это вам говорю? Значит, много очень желающих все-таки прислать карбюраторы на ремонт. Я отказывался. И вот теперь я вам говорю добро. Значит, пожалуйста, присылайте ваши образцы. Мы их посмотрим. Только, ребят, еще одна просьба. Ну, она всегда была, эта просьба. Пишите бумаги, пишите листочки, пожелания, что сделать. Вот на этом карбюраторе замечательный человек. По пунктам, там 30 пунктов расписал. Все замечательно у него, все хорошо. А на другом вообще ничего нет. Пришлось, ладно, хоть телефоны есть. Вот, что еще? Да, ребята, мы подняли цену. Потому что 1000 рублей, ребята, это нереально. Настроя. Работы очень много, гибко фланца, мойка, чистка карбюраторов, полная разборка, сборка в нашу начинку. И потом... Все внутренности новые. Все внутренности новые. Жиклёвы, диафрагмы, все это. Далее, обязательная проверка на автомобиле. Ребята, это мое кредо, и это мое условие ремонта. Я только после испытаний я буду знать, что карбюратор годный, карбюратор готовый, что мне не стыдно посылать его далеко-далеко, там, в Забайкале, там, в Якутию, там, на Дальний Восток. Я уверен, что карбюратор у меня годный, и никто меня в этом не перебедит. Вот, ребята, как бы все. Сейчас мы приступим к работе. Всем, это первый ролик у нас. Ну да, в этом году. В этом году. Я еще все-таки сделаю ролик с Иваном Федоровичем, мы подумаем, как сделать. Я сделаю ролик о итогах 2018 года, они очень интересные, там очень много было снято роликов, снято, значит, интересные работы. Я сделаю это обязательно. А пока, до новых встреч, до новых роликов. С вами вот мы все. Сегодня 7 число, всех с Рождеством Христовым православных. Да, да, да. Ну ладно, до свидания, всего доброго.